Подводим итоги стартового матча Коуч Бенд на континентальной футбольной лиге. И на наш вопрос ответит Павел Ильичев, Коуч Бенд. Паш, уступили 0-5. Ну, наверное, давай будем объективны. Соперник был настолько силен, что ты, наверное, не питал иллюзий, что сегодня удастся очки заработать. Ну как, до матча счет 0-0, после первого тайма он оставался таким же. В целом у нас было два моментика неплохих, хоть там было чуть побольше, но мы, защитники, пока свежие были, справлялись один в один. Накрывали перемещение быстрых игроков соперника. Титан грамотно раскатывал, вытаскивал нас во фланге. И все, что в первом тайме нам удавалось сдерживать, все-таки прорвало во втором. Силы стали заканчиваться от постоянных перемещений, передач не в зонах, а по игрокам. Смещение с фланга на фланг наших защитников привели к тому, что они подустали. Ну и микромоменты, свои шансы, более классная команда. Ну, на данный момент, конечно, Титан, это объективно, они посильнее. Они реализовали свои шансы, использовали моменты. И счет в итоге вот такой. Мы могли забить, во втором тайме было два моментика. Вот перекладина, там удар головой Галкина на последнюю минуту, на последний секундный момент. Ну, видите, мы, видимо, не заслужили сегодня, не наработали на мяч. Посмотрим. Дальше. Я ничего не буду, у вас же в группе 5 команд, да? Да, у нас в группе 5 команд, еще 3 игры. Расскажи, как ты, доволен таким жребием? Или лучше бы, чтобы было 4 команды и всего 3 игры? Ну, с учетом того, что у нас все-таки к пятнице должен подъехать Салапан, а завтра Шишов, еще их не было сегодня, начнем с этого, защита основной и левый, два основных защитника, то есть их тоже не хватало. Вот, будем ротировать вратарскую позицию, дальше, завтра две игры, мы сегодня восстановимся на режимчике, вот, вчера немножко нарушили, но тут чуть-чуть, совсем. Я думаю, что с оставшимися тремя командами можно играть, но, в принципе, как и с Титаном можно было играть. Вопрос в том, сможем ли мы свои шансы реализовать, сможем ли мы их создать и завершить, и насколько строго мы сможем сыграть сзади, потому что все проблемы у нас возникают из-за потери концентрации минутной, секундной. Нас сегодня наказали. Я не думаю, что Индия такого же уровня, как Титан, с ними будем играть. А Автовинил и у нас еще Райо Лейкана, ну, это соперники, конечно, крепче. Но будем биться, мы приехали за честь Питера играть здесь, в эту футбольную тусовку, высшее общество такое. Я думаю, что мы себя еще покажем. Постараемся для этого сделать все возможное. Спасибо. Пожалуйста.